В Самарской области сейчас особое внимание уделяют информационно-разъяснительной работе о необходимости вакцинации. Именно прививки – самая надежная защита от новой коронавирусной инфекции. В регионе создана инфраструктура для того, чтобы люди могли быстро и удобно сделать прививку. Обеспечены регулярные поставки вакцины. Один из пунктов развернули в Чапаевском техникуме. Студент Руслан Красноперов готовится к первому уколу вакцины от коронавируса. Молодой человек-волонтер, часто контактирует с людьми, а потому ответственно относится к своему здоровью. Все мои друзья и родственники уже сделали эту прививку, и я считаю, что это важно. И также я советую всем остальным взрослым сделать данную прививку. На сегодняшний день в учебном заведении уже привиты более 80 студентов и 2/3 педагогического состава. У нас очень ответственные студенты, очень ответственный педагогический коллектив, сотрудники. И, естественно, мы откликнулись на социальный посыл. Работу мы будем продолжать, пока это первый день вакцинации на территории учебного заведения. Надеюсь, что не последний. В Чапаевске сделать вакцину можно и в городской больнице, а также в мобильных пунктах, которые развернуты по всему городу. Мы создаем бригады, мобильные бригады, состоящие из врача или фельдшера и медсестры, которые, соответственно, проводят осмотр перед вакцинацией граждан нашего города и непосредственно прививают их. На данный момент привито более 30% населения региона от количества, необходимого для формирования коллективного иммунитета. За последние 10 дней темп вакцинации вырос в 1,5 раза, однако его необходимо усилить в 6 раз, подчеркнул министр здравоохранения Армен Бинян. Прививка добровольна и бесплатна. Самарцы могут записаться по телефону 122 в регистратуре районной поликлиники, на сайте госуслуг, либо прийти в круглосуточный кабинет по адресу Мичурина, 125. С собой нужен документ, удостоверяющий личность. Андрей Горгуленко, События.